Приветствую, друзья, на связи Артур, и я спешу поделиться с вами информацией о том, как можно заработать быстрые деньги, соответственно, за короткий промежуток времени. Такая возможность появляется у нас где-то раз в полгода, именно данный администратор стартует раз в полгода. Вот сегодня, 10.09, примерно в 18 часов по МСК, он открывает новый проект, о котором я, собственно, расскажу в телеграм-канале. Здесь максимально быстро вам скину ссылку, по которой нужно будет пройти регистрацию, и таким образом мы занимаем место в матричном проекте. Сейчас все по полочкам разберем, расскажу. По поводу данного админа, у него уже было огромное количество проектов, и последние из них, я думаю, наверняка вы о них слышали, это Богатей Онлайн, Рубин, проект Цунами Мани, Магия Денег, Лови Мани, Все Мани, и еще там десяток, либо же штук 15 проектов у него было до этого. То есть постоянно он что-то генерирует, новые проекты, которые все время отрабатывают. Не было ни одного скама, ни одного баблосбора. То есть реально проекты работают до сих пор. Вот предыдущий проект, которым я зарабатывал, это Богатей Онлайн. Значит, удалось заработать. Давайте сейчас покажу. Зайдем в личный кабинет. 57 900 рублей. И в долларах 207 долларов. Это, я бы сказал, не напрягаясь. Просто записал видео, рассказал своей аудитории о том, что есть такой проект, и вот вовремя нужно зайти, вовремя заработать. Вот сегодня такая же возможность. Рекомендую ее не пропустить. Итак, первые ваши действия. Перейти в описании данного видео на мой телеграм-канал и подписаться. Поставить примерно будильник там на без 5-6 вечера. Заранее в блокноте напишите логин, пароль, вашу почту и номер Pair кошелька. Данный проект работает именно с данной платежной системой. На балансе должны быть деньги. Соответственно, я вам скидываю ссылку на сайт, он будет наподобие этого. То есть скрипт плюс-минус одинаковый. Значит, проходим регистрацию, заходим в аккаунт. Это все нужно делать максимально быстро. Пополняем баланс и активируем один тарифный план. В предыдущем проекте их было аж 3. Я бы сказал, было распыление, потом еще 3 подключили в долларах, ну, короче, как бы не очень прикольно. Сейчас же в новом проекте будет такая тема, что один тарифный план за 500 рублей. То есть это минимальная сумма входа в данный проект. Сколько можно заработать? Это 19 900 рублей только с одного купленного места. Но тут же в этом тарифе у нас будут клоны, то есть будут создаваться новые аккаунты за счет того, что мы сделали первоначальный вклад. Мы перешли плавно к маркетингу, давайте его быстренько разберем, расскажу, как вообще работает данная схема, как работают матричные проекты, если кто-то не знает. Значит, изначально кто-то регистрируется, пускай будет во главе там администратор, под ним уже идут лидеры, то есть мы, блогеры, рифоводы, те, кто активно приглашают людей. И вот у меня будет одна из первых ссылка, по которой можно будет пройти регистрацию. Соответственно, я регистрируюсь, нахожусь в вот этом вот синеньком кружочке. Дальше под меня могут встать только 2 человека. Дальше все те, кто будет регистрироваться по реферальной ссылке, будут вставать ниже. Вот так вот. Под них еще и так далее, далее. Все разрастается, все увеличивается. Заработок происходит за счет привлечения новых людей в данный проект. Но есть такой момент, что не обязательно приглашать рефералов на начальном этапе. То есть, когда проект только стартует, будет максимальная движуха, будет много переливов. Сколько конкретно, непонятно. Но от количества людей, которые здесь участвуют, будет зависеть наш заработок. В предыдущем проекте от данного админа было 45 тысяч участников. И они заработали, смотрим, 43 миллиона рублей. То есть мы понимаем, какие структуры, какие обороты. Вот видим, люди приглашают, у них активируют. И где-то здесь я. Вот у нас активированных 1239 человек. Соответственно, вы должны понимать, что от меня, от моей аудитории, которая сейчас смотрит видео, будут переливы, будут идти люди, и от вышестоящих также будут. И еще один способ – это получение рефералов, когда проект закупает рекламу, и от них также идет распределение. Показываю, значит, на предыдущем проекте, как это все происходит. Вы прошли регистрацию, зашли в аккаунт, пополнили баланс с помощью Pair, у вас будет здесь кнопочка «Активировать». Или что-то наподобие. Вы на нее нажимаете,
у вас деньги списываются с баланса, и таким образом вы занимаете место в первом уровне. Соответственно, вверху буду я, и ниже становитесь вы. Кто самый шустрый, кто быстрее зарегистрируется, кто будет самый внимательный, тот занимает самые лучшие места и получит больше всего денег. Безусловно, будут такие люди-потеряшки, которые сообразят намного позже, они зарегистрируются и будут существенно ниже в этой структуре. Но это не означает, что они не заработают. Они могут брать свою реферальную ссылку, приглашать и зарабатывать. То есть вот данный проект предыдущий, Богатей онлайн, он сейчас работает. Можно взять сюда ссылку, спокойно приглашать, и вы будете получать выплаты. То есть это проект не на один день, не на месяц. Он, администратор, запускает раз в полгода новые проекты, и постоянно вот новый ажиотаж происходит. Теперь рассказываю, когда вы получите свои первые выплаты. Значит, разбираем ситуацию, что я нахожусь в верхушке, подо мной есть еще один человек, вот так вот. И вот, допустим, слева это вы. Вы заняли место. Под вас становится переливом, либо же вы сами пригласили, неважно как, два человека. Из них мне поступает 350 рублей на вывод, и с этого второго 50 рублей на вывод. Вы же начинаете зарабатывать с третьего человека и с четвертого. Соответственно, когда у вас третий человек появляется в вашей структуре, вы получаете 350 рублей на вывод. С четвертого человека получаете 50 рублей на вывод, 300 накопительный баланс. 300 рублей раз получили. Пятый и шестой человек, суммарно они 700 рублей добавляют в ваш накопительный счет. В итоге у вас выходит 1000 рублей. За данную сумму 1000 рублей вы переходите на второй уровень. Вот снова вы синенький. Под вас также могут быть переливы, можете вы приглашать, становятся люди. С третьего, с четвертого вы получаете еще 250 рублей на вывод. С одного места и со второго места. Также получаете один клон в первый уровень. Что такое клон? Это то же самое, что вы купили вот место. То есть это ваш еще один аккаунт. Соответственно, структура будет постоянно разрастаться. Здесь люди, здесь люди, здесь люди. Вот так вот становится. Вы, допустим, на втором уровне закрываете третьего человека, и ваш аккаунт вот здесь где-то находится. И под него также будут становиться люди, и также вам будет приходить денежка на вот этот клон. То есть на новое место, которое у вас есть. Дальше 5-6 место заполняется, собирается сумма в 2000 рублей. За эти деньги покупается автоматически, все происходит в автоматическом режиме. Третий уровень, также само становятся люди, получаете доход с 3-4, здесь 1000, здесь 500 рублей. Косарик идет на вывод, а остальные вот эти, те, которые 500 рублей, автоматически система покупает вам еще новых клонов, новых аккаунтов в первом уровне. Соответственно, первый уровень будет самый большой. И я рекомендую заходить на треугольник. То есть, когда вы покупаете сразу со старта 3 аккаунта. Основной свой, и под него же покупаете еще 2 места. То есть, ваша инвестиция составит не 500 рублей, а 1500. Как лично я буду делать? Я покупаю на первом уровне треугольник, на втором уровне 1 место и на третьем уровне 1 место. Вы можете также само делать и покупать на четвертом уровне, на пятом уровне. Пятый уровень здесь, конечно, самый шикарный, самый топовый. Здесь заработок, вот видим, 10 тысяч, 5 тысяч, 10 клонов на первый уровень, 10 клонов также еще на первый уровень. Суммарно вот здесь с пятого уровня вы получаете 18 косарей на вывод, 20 клонов первый уровень, 12 тысяч на реинвест, снова-таки на пятый уровень. И это, можно сказать, такая закольцовка, бесконечное движение. Деньги так продуманы, что распределяются, постоянно новые аккаунты у нас появляются, они закрываются, и с одного аккаунта мы можем зарабатывать по 19900 на вывод. Плюс есть еще такая тема, как реферальный бонус. Давайте перейдем на первый уровень. Видим, 140 рублей получает рифовод за приглашение человека. То есть это 25% от суммы его входа. На втором уровне мы получаем за лично приглашенного 225 рублей, на третьем уровне 450 рублей, на четвертом уровне 900 реферальных и на пятом уровне 1800 реферальных. То есть приглашать рефералов в этот проект очень выгодно, вы с них получаете очень много денег. И здесь все взаимосвязано, то есть мы приглашаем друг под друга, не только мы себе строим структуру, мы строим структуру общую, то есть совместно, друг под друга. Запомните, что я под себя могу поставить в первую линию 2 человека. Дальше, соответственно, разрастается структура. То есть вы заходите, каждый занимает свое место, и под вас дальше становятся люди.
Этот заработок идеален тогда, когда каждый приглашает хотя бы по 2 человека. То есть вот, посмотрите, если там у меня 1000 человек зарегистрируется, каждый из них будет приглашать по 2 человека, это просто будут колоссальные заработки. Соответственно, не поленитесь, пригласите, и будет реально существенный доход. Когда я приглашаю, вам приходят переливы, это, конечно же, прекрасно, да, приятно, все дела. Но, естественно, у меня есть ограничение какое-то. Я не могу сюда пригласить миллион людей. У меня определенный объем аудитории на канале. Определенные люди только этим проектом заинтересуются. Соответственно, если вы будете подключаться, будете приглашать, заработок будет расти. Теперь подводим итоги. Ваша задача сегодня, 10 числа, вовремя зарегистрироваться. Если вы регистрируйтесь не 10 числа, а 11, смотрите, сколько регистраций у нас имеется в данном проекте. Чем раньше вы пройдете регистрацию, тем будет лучше, потому что видим, здесь 45 тысяч участников, естественно, кто заходит последний, они не зарабатывают, потому что они в самом низу вот этой всей ветки. Нужно быть одним из первых. Когда вы там в первой сотне, в первой двух сотне, тогда хорошо. Здесь нет такого, что маркетинг-план, вы точно столько-то заработаете. Нет, здесь все зависит от людей. Если люди будут, мы тогда зарабатываем. Если людей нет, мы не зарабатываем. Нет такого, что каждый день будем получать определенный процент. Это вот матричный проект, это вот такой вот способ заработка. В матричных проектах я участвую только от данной администрации. То есть он проверенный, этот человек, и он запускает действительно достойные проекты. В сети огромное множество вот этих всяких матриц, куча схем. Но это действительно честно, здесь все работает, все выплачивается. И вот сегодня стартует новая, я здесь участвую. Вам скидываю в Телеграме ссылочку. Быстро зарегистрировались, вы уже заняли свое место. 5 дней будет идти пристарт. В течение этих 5 дней мы можем получать реферальные начисления и их выводить к себе на счет. А вот спустя 5 дней, то есть 15 числа, будет официальный старт данного проекта, и только тогда будет распределение денег по маркетингу. Тогда мы получим свои от средства по, соответственно, занятым местам. Если есть какие-либо вопросы, в описании под видео есть мой чат. Переходите, подписывайтесь, там общаемся, там обсуждаем. Все расскажу, все подскажу. На этом все. Ждем старта, вовремя регистрируемся и зарабатываем. До скорых встреч, пока!